Сбережения жителей Верхневолжья к апрелю этого года на депозитных счетах составили более 219 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем на ту же дату в прошлом году. В национальной валюте хранится 96% сбережений тверичан, или 210 миллиардов. Накопления в иностранной валюте сократились на четверть, до 9 миллиардов 100 миллионов в рублевом исчислении. В региональном отделении Центробанка отмечают, что растет и доля вкладов, а также их объем. В первом квартале текущего года наблюдался приток средств населения региона на рублевые срочные счета. Это компенсировало январский отток. По итогам квартала сумма средств на вкладах превысила показатели конца прошлого года. При этом тверичане не интересовались депозитами в валюте. Спрос на них в марте оставался низким. Комментируя такую ситуацию, в ЦБ отмечают, что деньги, лежащие в банке, приносят доход. А кроме того, они застрахованы.